Праздничный концерт по случаю 20-летия молодежного движения состоялся в Пирамиде. Лично поздравить Салят приехал президент Татарстана Рустам Миниханов. Также в мероприятии приняли участие министр по делам молодежи и спорту Владимир Леонов, депутат Госсовета Татарстана Андрей Кондратьев, президент Академии наук Мекзюм Салахов и многие другие. Образованная еще в 1994 году организация «Сэлят» сегодня является одним из ведущих молодежных движений, куда вовлечено более 25 тысяч одаренных детей и молодежи. Сами же его участники считают друг друга не иначе, как членами семьи. «Сэлят» — это не просто молодежный форум, молодежное движение. Это большая и дружная семья, поздравить которую пришли сегодня только самые близкие друзья. Салят, котлым сине игрме яшин блен. Салят, мин сине яратам. Я очень рада, что я являюсь частью этого большого и очень значимого не только для каждого члена Салят движения. Я хочу пожелать большого процветания, много радости, улыбок и творчества. Дуслар, салят, котлывас, сине. Поздравляем Салят с днем рождения. И вот он сейчас будет что-то делать. Поздравляю Салят с 20-летием. Желаю всегда быть таким молодым, но в то же время взрослеть и быть способным на великие дела. Концерт состоял из трех блоков – вчера, сегодня и завтра, каждый из которых сопровождал видеоролик, рассказывающий об истории Сэлят, его нынешней жизни и планах на будущее. Выступали как сами сэлятовцы, а среди них множество талантливых вокалистов, танцоров и КВНщиков, так и гости концерта. Порадовал зрителей необычный тандем. Оркестр «Ля Примавера» с Митей Бурмистровым и молодыми битбоксерами из Сэлят соединили струнную, электронную музыку и битбокс. Гимн «Сэлят» вместе с артистами пел, слившись воедино весь зал. Это зрелище не может не впечатлять. Под занавес торжества на сцену вынесли торт. Совместными усилиями задули на нем все 20 свеч, ну и завершился праздник финальной песней. Хочется пожелать сообществу «Сэлят», чтобы никогда не иссякла его главная изюминка – талант. Лиана Сыномян, Ленардо Влетьяров, Универньюз.